Таня. Так, все, готов. Здравствуйте, дети. Вы уже выросли. Тогда мне есть вам что сказать. Дорогие взрослые дети, поздравляю вас с юбилеем. 20 лет после школы – это немало, но и немного. О вашем классе у меня остались самые приятные воспоминания и положительные эмоции. Вы были дети, очарованные жизнью. У вас было очень много любви, интеллигентности, искренней радости бытия, а в глазах смешинки. В общем, полная чаша культуры и воспитания. Это вы унаследовали от своих прекрасных родителей. Мне было очень приятно работать в вашем дружном коллективе. А если вы еще и собрались через 20 лет, то да, класс ваш действительно дружный. Вспомнить можно много хороших моментов. Но вот один яркий момент я помню до сих пор. Однажды вы писали директорскую контрольную работу по математике, и зауч мне запретила подходить к детям. Я не могла подойти к вам, даже вставать из-за стола мне было нельзя. Вы рыдали, а я сидела. После урока мы все ушли в парк на воздух, и там вы, конечно, дали волю чувствам. Вы все плакали и причитали: если будет двойка, меня родители убьют. Ну, всего там было. И помните, что я вам тогда сказала? Что вашим родителям не нужны никакие оценки, а только здоровые дети. Ну, теперь-то я уверена, что вы это поняли, потому что у вас уже есть свои дети. И вы сами взрослые папы и мамы. И как взрослым людям я хочу сказать вам то, что все знают и знали уже давно. Мы дети Земли, и в жизни каждого человека есть весна, лето, осень и зима. Мы встретились, когда была весна, у вас ранняя, а у меня поздняя. Теперь лето, также будет осень и зима. В каждый период своей жизни люди сеют, растят и собирают урожай. Что посеешь, то и пожнешь. Это касается и здоровья, и карьеры, и бизнеса, и отношений, и детей, которых вы растите. Это знали наши деды и прадеды, это поняли мы, и теперь это знаете вы. Каждый день вашей жизни – это ваше будущее, дорогие взрослые дети. Очаровывайтесь жизнью искренне, и рядом с вами будут счастливы ваши дети, ваши родители и все ваши друзья. Ваша Елена Витальевна.